Проститутка-кит. Манипуляторы 4. Путешествие в один конец. Чан. 27. 2015 21 19 Кто такая жертва манипулятора? Как-то в одном из комментариев ей сказала, что когда я читаю письма, я вижу индикаторы, по которым можно определить, что имеют место в манипуляции сознанием партнера. Письма от жертв манипуляторов особые. Это не перечисление жизненных перипетий. Это натурально крик души. Даже если женщина пока не понимает, что именно происходит, такое письмо всегда написано на разрыв. И в таких письмах всегда есть фразы-индикаторы. Вот, я пособирала эти фразы из разных писем, а я чувствую себя без него, как собака без хозяина, я просто посвящаю свою жизнь одному человеку, он меня ломал. Чтобы я никогда не плакала вообще. Не жаловалась от Т.П. Но как только я пытаюсь поговорить серьезно, я не права. Я не права всегда. Особенно в последнее время, когда я перестала молчать обо всем и опускать глаза вниз. Классика жанра, описанная Байнкрафтом, спор продолжается столько, сколько я готов его терпеть. Когда мне надоело, дискуссия закончена и ты должна заткнуться. Да, кстати, это, в числе прочего, очень мощный инструмент абьюза. А тут превратилась в такую тряпку, что самой тошно и жить как будто и незачем больше. Итог все равно один. Он обладает потрясающей способностью поворачивать ситуацию так, что тварью все равно оказываюсь я. И всегда, всегда там есть что-то вроде. Я хочу, нет, я мечтаю слезть с этого крючка. Подскажи мне, как? Считается, что жертва... Это изначально человек с какой-то не такой психикой или не такими установками, и поэтому жертвами манипулятора могут стать только какие-то не такие люди. Черт с два. Для этого надо быть просто хорошим и адекватным человеком, человечным человеком, нормальным человеком. Жертвы имеют следующее качество: сильная, оптимистичная, успешная, жизнерадостная, щедрая, с самокритикой. Не склонная к лжи, не склонная к цинизму и тривиализации, уважающая мнение других, способная адаптироваться. И вот на этом он и начнет играть. На самокритике, на навешивание чувства вины, на жалости. Так как приведенные характеристики в обществе приняты за норму, то жертвой может стать любой человек. Жертва ⁇ это ситуационное понятие, а не психологическая характеристика личности. Жертвой перверзника не может быть только открытый тиран и такой же перверзник. С. И да, попадаются в это как серые, глупенькие мышки, так и железные умные леди. Как очень здраво заметил в комментах читатель, Дану, вляпать сам может любой, кто не готов к такому вот и хочет строить нормальные человеческие отношения. Просто когда человек, который тебе не безразличен, говорит, что ты сделала что-то не то, ты, как минимум, задумаешься потому что дорожишь отношениями. В целом, считать, что жертва сама виновата или сама этого хочет, это примерно как считать у тебя были деньги, поэтому ты виноват в том, что тебя обоворовали. Очень ущербная логика. Важно то, что это начинает делать с тобой не посторонний дядя Васа, а близкий человек, от которого ты совсем не ждешь подножки. И начинает он это делать уже тогда, когда ты к нему привязалась, чувствуешь искреннюю симпатию или влюблена. То есть, испытываешь вполне человеческие чувства, и тебе уже даже сложно всерьез обидеться на родного человека. Манипулятор никогда не казнит сразу. Сначала он дает жертве привязаться, не показывая истинного лица. И абьюз не начинается сразу и в лоб. Больше того, иногда он начинается как бы чужими руками, начинается с сущих неприметных мелочей, меленьких, но умело вставляемых шпилечек, которые крайне сложно идентифицировать как психонасилие. Просто жертве начинают потихоньку прилетать. Причем неявно. Жертву начинают отменять и обесценивать потихоньку, но систематически. Вот вам, кстати, пример неявного обесценивания и отмены. Причем сделанных как бы чужими руками. Танин Бьюзер как-то, немного поломавшись, под соусом я не знаю, стоит ли тебе об этом говорить нет скажу нет не нужно все же рассказал о том как встретил приятеля и приятель этот мол сказал ему про таньку не понимаю что ты с этим делаешь после того как у тебя была такая жена представляешь таня придурок какой ну да приятель всегда был идиотом что с него взять и ведь такому даже бесполезно объяснять что у них с танькой родство душ и все такое он все равно бы этого не понял. Такому даже в лоб дай, не поймет, убогий. А потому он просто ответил приятелю, мол, да сосет она отлично. Ну а че, как ему еще объяснять, он же тупой. Пусть вообще завидуют. Все равно он по-человечески не поймет. И та не оставалось только горько усмехнуться. Ну да, что объяснять убогому приятелю. Ну не морду же ему было бить. Мы же не в пещерном веке живем. С убогим надо только так, на приколе, ага. И Таня, почувствовав себя уязвленной, даже и не могла обидеться. Ни на что. Как обидеться на то, что приятель, идиот. Вот такой заворот. И ведь формально манипулятору нечего предъявить. Наоборот, он честно все рассказал. И даже возмущался. Это ведь не он Таню уколол, это ведь приятель ляпнул. И только много позже, уже вырвавшись, Танька поняла, чем этот и многие другие эпизоды были на самом деле. Вот сейчас следите за руками. Манипулятор, по сути, обесценил ее сразу два раза за один подход. Первый раз, словами «Что ты вообще с этим делаешь?» После того, как у тебя была такая жена, якобы сказанную приятелем, Таню сравнили, опустили в ранге и чуть обесчеловечили. И манипулятор ведь не утешил ее после этого, не вернул обратно в ранг, не еет. Чувствуйте как он построил фразы, да? Не как ему объяснить, что ты у меня красивая, а как ему объяснить, что у нас родство душ. А вот то, что жена была красивая такая, Танька и так понимала. Но не надувать же губки на ровном месте, тем более, слово «красивое» в отношении бывшей так и не прозвучало вслух. И второй раз он отменил Таньку этим своим «да сосет она отлично». Даже не нам хорошо в постели, и все это подалось в виде пусть и топорной, но шутки. И, вроде, формально нечего предъявить, но... Причем, важен был и момент подачи, сразу после секса. Когда, во-первых, да, вот оно только что было, отлично, бабочки в животе, а во-вторых, расслабленность, доверие, и человек, даже чувствуя некое возмущение, не захочет нагнетать, ага. Точка, 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 но слова на подкорке остались, вот такой вот просто пример, просто чтобы показать, насколько по-разному это бывает в реале, и насколько тяжело такие вещи отследить. Особенно когда ты находишься внутри этого, а отмены и обесценивания подаются как безобидные разговоры. Абьюз всегда прекрасно прикрыт. Тим и страшен. Жертва, даже вырвавшись и оглянувшись назад, не сможет сказать, где была отправная точка. Дальше, больше. Ее отменяют уходами от разговоров, бойкотами, нежеланием разбираться и пояснять, внезапным и резким, на ровном месте, избеганием тактильного контакта и так далее. Причем делается это без всякой логики, и так дозировано, что жертва подчиняется безотчетно. Она всегда как бы чуть-чуть недополучает. Внимание, понимание, контакта. Ее обесценивают, отпуская шпильки насчет ее работы, вида, характера, мировоззрения, слов, семьи, положения и так далее. Потом манипулятор понемногу начинает жертву дрессировать, подсаживать ей вину и переворачивать ее картину мира. Но она не может понять, что же на самом деле происходит. И потому долго не идентифицирует опасность как опасность. Как неумелые шутки, да, как недопонимание, да, как сложный характер партнера, да. А как целенаправленное психонасилие, нет потому что нормальному человеку и в голову не придет. Как и зачем такое вообще может быть, если бы жертва могла однозначно понять и сформулировать сразу, она бы бежала. Но беда в том, что манипулятор все делает так, что формально придраться ни к чему. Манипулятор выглядит уверенным, авторитетным и мудрым, напор. Я уже, в отличие от тебя, имел семью и знаю, о чем говорю. И часто все подают под соусом искренней заботы. Или на что тут обижаться, ты все придумала, или это все потому, что ты что-то не так сделала. Вот если бы ты вела себя чуть по-другому, жертва начинает биться головой о стену. Со временем ей начинает казаться, что конфликты возникают потому, что она сама что-то делает не так. Вот если бы она поступила по-другому, или поточнее объяснила, или... И жертва, сама не понимая, садится на мощный крюк, пытаться объяснить, донести. Она часто начинает пошагово и на пальцах объяснять партнеру, что именно ее обижает, и чего ему делать не надо, она ведь рассчитывает на понимание. Проще говоря, дает ему мануал по взаимодействию с собой. Но поскольку связка манипулятор-жертва это связка вида психопат нормальный человек, дальше происходит то, что наиболее близко объясняет вот этот коммент из предыдущего поста. Она никак не может понять, что кто-то может сознательно и специально так делать. Ей все время кажется, что человек просто ошибается, что если она вот еще чуть-чуть поясни объяснит, донесет, то вот прям все и получится. Особенно если манипулятор при этом подыгрывает, притворяется. Все эти объяснения дают ему возможность впоследствии бить поточнее и побольнее. Жертва напоминает ослика, который бежит вперед потому, что на палочке привязана морковка, которая постоянно болтается у ослика под носом. Только вот сколько ослик не бежит, пообедать он не может. Со временем ослик начинает истощаться. То есть, со временем от постоянного якобы недопонимания, он человек хороший, просто сложный, и это она не может найти нужных слов. От всех этих мутных игру жертвы начинает развиваться очень шаткое, пограничное состояние. При этом она не понимает, на что конкретно жаловаться. Ну как выразить то, что тебя постоянно отменяют? ты постоянно виновата. Но ты ведь и сама чувствуешь эту вину, он доходчиво объяснил, в чем и на этот раз была твоя вина, все сходится. Точка. И жертва начинает постепенно входить в зазеркалье. Она все делает правильно и по-человечески, но ей почему-то все равно постоянно прилетает. И чем дальше, тем страшнее и страшнее. Жертве начинают внушать, что с ней можно вести себя как-то не так, раз она такая. Внушать, что она сама ничего не понимает, что все из-за нее. Жертву колотят все больше. Она не очень понимает, что происходит, в этом нет логики. Жертва раз за разом вынуждена возрождаться из пепла и говорит себе «мне это показалось». Это я сама сглупила. Надо держаться, находить подходы. Я все выдержу, я сильная. Что ж я делаю не так? И при этом она вынуждена держать лицо и уж ни в коем случае не показывать что ей больно. Потому что, во-первых, она реально не может объяснить, почему ей больно, а во-вторых, манипулятор дает понять, что ее якобы беспричинный кислый вид ему неприятен. И чем больше она с этим кислым видом, тем меньше он с ней хочет общаться. Она должна держать эмоции в себе, если хочет, чтобы с ней общались. Кстати, от постоянной закрученности жертва часто начинает разговаривать сама с собой. Так, будто она разговаривает с ним. В разговорах сама с собой она с ним спорит, ему объясняет, пытается донести. У нее уже постоянный глухой невроз, который не находит выхода. Она из дергана и уже плаксива. Если бы невроз был психологией, его не лечили бы уколами и таблетками. Связь манипулятор-жертва – это не психология. Это психиатрия и физиология. Это гораздо более страшно. Если нестабильное состояние продолжается недолго, организм, убрав раздражитель, в состоянии быстро выровняться сам. Беда в том, что связи с манипуляторами продолжаются долгое время, потому что жертва, как нормальный человек, долгое время не может осознать, что ее, по сути, изощренно насилуют, и часто доводят человека до того состояния, когда выбраться он уже не может. Путешествие в один конец, это не мои слова. Это фраза замечательного психолога и сказала она это про жизнь женщин, которые состоят в связях с манипуляторами. Знаете, когда я поняла, что и как происходит, меня стали бесить фразы в духе жертве самой нравится быть жертвой. Хотя буквально не так давно я сама думала точно так же. Увы, это было глубочайшим заблуждением. Теперь знаю, нет, все происходит не так. В этом смысле очень познавательна великолепная книга Бруно Беттельгейма «Просвещенное сердце». Этот человек, психиатр, был узником Бухенвальда и впоследствии подробно описал в книге приемы, которыми пользовались надзиратели. Когда ее читаешь, понимаешь, времена идут, суть приемов не меняется. И множество людей умирало не от голода и холода, а от того, что их раскачивали, постоянно держа в состоянии неизвестности, нелогичности и неопределенности, и они со временем просто утрачивали способность сопротивляться. В конце концов доходило до того, что колонну из пары сотен заключенных могли конвоировать всего лишь 3-4 солдата. И заключенные даже не делали попыток бежать, они были сломлены.